Всем доброе утро, я Самат, и сегодня мы с вами на завтрак будем готовить салат ностальжи из копченой форели. Для этого салата нам понадобится зеленое яблоко, огурец, отварной картофель, отварное яйцо, копченая форель, домашний майонез и зелень. А почему мы используем яблоко? Потому что наш город – город яблок. Итак, перейдем к делу. Ну а теперь мы переходим к огурцу. Все, огурец порезали. Друзья, заметьте, все ингредиенты мы режем кубиками. Ну а теперь берем яйцо. Яйцо в салате придает всегда особый вкус. А теперь главный ингредиент нашего салата – копченая форель. Все до крупицы кладем, чтобы не потерять вкус салата. Ну а теперь перейдем к заправке. Ну а теперь берем форму и выкладываем наш салат на тарелку. А теперь поднимаем нашу формочку и посыпем немного зелени. Ну все, наш салат к завтраку ностальжи с копченой форелью готов. Всем приятного аппетита и питайтесь на здоровье!